Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня ко мне пришла огромная посылка с Шейна. Я очень-очень сильно ее ждала, потому что там находятся максимально клевые вещи. И это не просто вещи с Шейна, это отдельная коллекция. Дочерний бренд Шейна – Motif. Недавно была запущена коллекция Cashmere & Wool Collection. И у меня как раз вещи из этой коллекции. У вещей из коллекции Motif очень приятная ткань. Там очень качественные материалы, и они действительно соответствуют своей цене. Перед началом этого видео не забудьте обязательно подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны, а также активировать колокольчик, который находится рядом, чтобы не пропускать мои новые видео. Для начала хочу вам показать, как найти страницу Motif. Мы заходим на Shein, заходим в раздел «Категория». В разделе «Новинки» сразу в самом верху есть раздел «Motif Premium». Мы в него заходим, и, собственно говоря, тут эта коллекция. Страницу Motif легко идентифицировать по логотипу бренда, а также по его коллекциям. Кстати говоря, если захотите что-то заказать от бренда Motif, то в описании вас ждет классный промокодик на скидку 15%. Так что вперед, 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 а мы приступаем к распаковке. Первое, что я достала из пакетика, это была вот такая вот потрясающая вещица, обернутая в бумагу. И это максимально клево. Посмотрите, просто какая классная упаковка. Тут и наклеечка, и бумажка. И еще это было вот в таком пакете. Я просто уже достала. Итак, давайте посмотрим, что там. Поглядите, что здесь. Это платье. Я должна сразу отметить, насколько оно приятное. Оно такое мягкое. Мне кажется, это самая приятная теперь вещь в моем гардеробе. Серьезно, она такая мягкая. Даже не знаю, как описать эти невероятные ощущения, но оно, правда, очень тепленькое будет. И такое милашное. Вы сейчас можете уже посмотреть, как оно на мне сидит. Но я думаю, оно сядет на меня хорошо. Очень приятная ткань. Кстати, кому интересно, я заказывала размер S. Так, давайте перейдем к следующему пакетику. Открываем. Тут находится свитер, он тоже был упакован в бумагу, что очень клево, потому что я обожаю, когда все классно упаковано. Так что для меня это вообще всегда огромный плюс. Эту вещь, вы не представляете, я ждала больше всего. Это свитер черный. Он тоже очень мягкий, то есть у него прям реально очень клевое качество. Плюсом ко всему, одежда не пахнет. Вообще никаких неприятных запахов нету, все замечательно. И этот не просто черный свитер, у него на спине есть разрез. И он выглядит очень клево, я вот уже смотрю. У меня есть как раз юбочка красная, с которой, мне кажется, этот свитер классно подойдет. Этот свитер я заказывала в размере тоже S. Мне уже не терпится его померить. У меня, кстати, еще в этой посылке есть аксессуары, так что предлагаю сейчас перейти немножечко на аксессуары. Насколько это потрясающе выглядит. Попробуйте угадать, что находится внутри этой коробочки. И на самом деле можно вот заказать вот мотив всяких аксессуаров. Они там очень красивые, поверьте мне. И даже вот на подарок. Оно выглядит очень презентабельно. Тут и коробочка. Вот так вот ленточка достаем. Ой, тут тоже все в бумаге. И сейчас вы просто обалдеете. Я не знаю, мне очень... Ой. Тут резинки атласные. Они тоже очень мягкие. Вот все такое приятное, я не привыкла. Три резинки на руки. Они... Очень клевого качества. Они, правда, очень мягкие. И, знаете, вот такие резинки, они не перетягивают волосы, не наматывают их на них. Так что я обожаю такие резинки. Я бы даже с радостью кому-нибудь это подарила, но нет, я оставлю это себе, потому что это очень клево. И вот такой бумаге это все находилось. Мне, правда, очень нравится, что тут такая детализированная упаковка. Такие вот три резиночки. Кстати говоря, на все товары я оставлю ссылочки в описании. Заглядывайте в описание за промокодом и за ссылочками. Это действительно такая роскошная коллекция. Просто качество невероятное. И цены как бы
обалденные. Переходим дальше, я уже достала следующую вещь. И это я тоже очень сильно ждала. Ой. Это кофточка Пола. И она, во-первых, она невероятно красивого цвета, у меня в размере тоже S. Во-первых, цвет очень приятный, во-вторых, тут есть такая классная, мне кажется, стильная деталь, то, что на воротничке вот здесь вот застёрочка внутри, которой белая ткань. И выглядит это вообще очень клёво. Я думаю, мне такая кофточка подойдет. И на рукавах еще тоже есть белые вставки. Так, пойду мерить! Обязательно в конце этого видео напишите, какая из вещей вам понравилась больше всего. Я очень люблю Пола, и поэтому эта кофта для меня, наверное, она станет одной из моих самых любимых. Мне уже, серьезно, я очень хочу побыстрее все это померить, так что давайте дальше. У меня осталось еще две вещи в этой посылке, есть еще один аксессуар и одна одежда. Давайте начнем с аксессуара. Встречаем еще одну невероятную коробочку, она уже побольше, как вы видите. Попробуйте угадать, что здесь находится, а я открываю. Та-дам! Так, ну пока что все еще в секрете. Достаем. Ой, я очень люблю упаковку. Коробочка очень качественная. Я в эту коробочку потом могу впоследствии тоже что-то складывать классное. Смотрите, что здесь. На самом деле, для меня маска для сна — это действительно что-то очень нужное, потому что я живу в Санкт-Петербурге, и для меня вот когда летом, например, белые ночи, у меня в комнате, например, нету темных штор плотных, которые бы загораживали весь свет из окна, так что маска для меня — это очень нужная вещь. И вот это вот! Я сейчас, честно говоря, в шоке. Все маски, которые у меня были до этого, они, знаете, какие-то, ну, неприятные. А вот это... Это на самом деле какое-то чудо, потому что я сколько не искала масок, я не находила такую мягкую. С этой стороны она тоже очень мягенькая, с этой она вообще шерстяная. И, ну, давайте примерим. Ой, вы знаете, очень приятно. Действительно, состав этих вещей, он просто невероятно отличается. Просто превосходит действительно по составу. Состав — это очень-очень важная на самом деле вещь. Раньше я этого не понимала. Я даже не могу решить, какая из этих вещей мне сейчас нравится больше всех. Но у нас осталась еще одна. Встречайте. Это, кстати, самый большой пакет из этих всех и самый тяжелый. И я знаю, что здесь. Я уже узнала по расцветке. Это я тоже очень сильно ждала, но пока что у меня нет особо верха к этой вещице. Ну, можно понять, что это штаны. Давайте достанем. Брюки, точнее. Вау! Они клетчатые. И я должна сказать, какие они плотные. Они прям очень плотные такие, приятные. Ну, очень качественные, реально. У меня в размере XS. И они такие, знаете, шароварчики. Я, ну, вам они, конечно, сейчас не влезают, поэтому надо будет мерить вам, показать все это. Тут застежка — это два вот таких вот крючка, которые нужно вот так вот запихивать. И еще молния. Снизу на штанинах, кстати, есть прикольный такой элемент в виде пуговки. Это будет очень мило. Так уже хочу поскорее померить их. До этого я никогда не заказывала вещи от бренда Motif. И я, честно говоря, очень крайне удивлена, насколько это реально оказалось очень качественная одежда. На самом деле, по качеству превосходит многие мои кофточки, которые там стоили вот в 3 раза дороже, например, там 6 тысяч у меня есть всякие кофточки. Вот эти гораздо приятнее на ощупь, чем те, которые у меня были до этого. В общем, промокод, ссылки, все в описании. Мне крайне понравилась эта посылка. Я ставлю этому бренду 100 миллиардов из 10. А тыни я буду заказывать там гораздо чаще. Наверное, из всей посылки я выберу себе фаворит, это черный свитер. Его очень клево выглядит вырез на спине, и я очень рада. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, какой ваш фаворит из этого выпуска. А я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю, и всем пока-пока!